Доброго вечора усім глядачам телеканалу «Сімон». Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». Сьогоднішня наша розмова піде про освіту, бо як би там не було з політичними перипетіями, наближається кінець шкільного року і задумуються батьки, задумуються діти над тим, власне, а що далі, де вчитися, на кого вчитися і, власне, навіщо вчитися. Ось про це сьогодні розмовлятимемо з гостями студії, яких я з великим задоволенням представляю. Отже, організаторка Міжнародного освітнього форуму Олена Грипіч. Добрий вечір. Добрий вечір. Та директор одного з видавництв Віктор Круглов. Добрий вечір. Добрий вечір. У нас, насправді, у Харкові, коли політики приїздять до нашого міста, кажуть, ну, Харків – це столиця науки, це студентське місто, і столиця освіти і так далі, і так далі. Ну, але насправді, я так розумію, що поговорити є про що і освітянам, і батькам, бо ситуація не така красива, як її зображують політики, коли хочуть харків'янам сподобатися. Отже, освітній форум. Про що, навіщо? У нас їх насправді дуже багато проходить. Дело в том, что форумы, да, образовательные, это сегодня такое ноу-хау, очень много обращают внимание на образование и для родителей, и для педагогов. Наш форум – это что-то невероятное, это такой будет форум впервые, потому что родители у нас потребители услуги образования, и родители хотели бы видеть образование современным. Они инициируют этот форум. У нас будут представители из разных городов, это и Ужгород, и Одесса, и Хмельницкий, и Кривой Рог. Действительно, те организации, которые занимаются образованием уже профессионально. Это уже эксперты в сфере образования. Они занимаются и коррупцией в системе образования. У них есть опыт, у них есть успехи. Они будут делиться своим мнением. Они будут помогать родителям свою активность в правильное русло направлять, чтобы они... Ну, это хорошо, когда родитель активный. Это замечательно, что у него гражданская позиция растет. Но как в рамках закона, чтобы не навредить... Вот будем делиться этим опытом, будем давать инструменты, будем показывать, какие есть возможности у родителей. Родители могут быть грамотными экспертами, они могут быть действительно товарищами в образовательной сфере и директору, и там, заведующей садика, либо профобразования. Родителей нужно поощрять, родителям нужно давать возможность. Вот. Форум будет очень глобальный, может, это что-то покажется невероятным, потому что у нас будет 4 локации, одновременно действующие. Это и зона STEM, и мастер-классы для детей, для родителей, для преподавателей. Потом у нас будет 3 больших зала, там на 270 человек будет нон-стоп каждые 10 минут. Самые лучшие программы образовательные для родителей, для педагогов. Им будет что посмотреть, что увидеть. То есть без перерыва этот зал работает. Другой зал на 60, это образовательные методики уже более глубокие. Это и буллинг актуальная тема, это и профобразование, это и дошкольное образование. Здесь будут каждый час работать ну, хорошие спикеры, mm-hmm. опытные спикеры, которые могут поделиться этим мнением. Всегда можно задать вопросы, всегда можно обменяться контактами. И третий зал – это особый у нас зал. Такого зала, наверное, еще не было ни на одном образовательном форуме, потому что здесь будут эксперты уже такого вот практического… те, кто работает в образовании. Те, которые работают в образовании. Те, которые действительно понимают, как это должно быть. И здесь будет 3 направления. Это и школьное образование, профтехническое образование, вузовское образование. Есть свои успехи у каждого, но есть и проблемы, которые не дают в плане законодательном. Но сейчас, так как децентрализация, мы можем эти проблемы уже решить и на местах, обращаясь к властям облдержадминистрации, либо города, принимая на соответствующие программы региональные. Вот это как раз вот те люди, это академики, это ректора вузов, это те же самые и образовательные эксперты в плане общественников, которые будут говорить о своих лучших моментах, но в то же время мы будем декларировать и пытаться найти ту концепцию, которая бы улучшила нас, которая бы действительно дала новые возможности нам в плане коммуникации, в плане ну, развивающих программ. То есть вот такая вот рабочая группа. Она будет находиться в закрытом таком режиме, но она будет и открывать форум, она будет закрывать форум, но будет у нее период времени, когда она работает закрыто и нарабатывает методологии, чтобы можно было обратиться потом с инициативой в Верховную Раду, потому что эти проблемы у нас только на законодательном уровне разрешаем, если мы говорим о дуальном образовании, если мы говорим о профобразовании, о профориентированном образовании, то есть либо будем еще рассматривать директора как хозяйствующего субъекта, который действительно будет... Директора школы. Да.
грамотным управленцем, у него появится больше полномочий, у него должно появиться больше, ну, я, конечно, забегаю наперед, мне бы хотелось видеть, что это уже будет скоро. У него будет больше полномочий, но у него больше будет ответственности. На сегодняшний день школа может существовать без директора, я говорю про коммунальные школы, не про частные, абсолютно спокойно. Директор ничего не принимает, централизованная бухгалтерия в РАНО. РАНО мы выступаем против, это не нужна советская система, которая не дает директору быть мотиватором для создания новых методик, для привлечения спонсоров, для международного обмена. Он не может и ограничен во всем, потому что все через разрешение даже вывести детей за пределы школы, это только РАНО. Тендера, договора, РАНО. Вот это как раз и удерживает развитие этой школы. Реформа образования неплохо задекларирована, она не имеет инструментов. Действительно, очень была хорошо задекларирована по реформе, когда у нас директор – это конкурсная должность, выбирают его и родители, она не заработала. К сожалению, на сегодняшний день тихо продолжают заключаться контракты. Почему не заработала, мы тоже будем говорить. Министерство образования в связи с своими мораториями и децентрализацией, ну, на это тоже есть своя объективная причина, почему они отстранились. Они дали этот инструмент, дали возможность быть хозяевами у нас в области, в регионах. Но, к сожалению, ряд причин, наверное, подействовал. Мы можем уже анализировать. Полтора года прошло. Реформа запущена была спустя уже долгое время. И можно сказать, что есть нюансы, которые хорошие задекларированные нюансы в реформе образования, но нет инструментария и воли, желания депутата Верховной Рады. Я не знаю, как это объяснить, но почему этих инструментов нет. КЗОТ менять надо, он старый. Это вот как раз то, что не дает директору стать этим полноправным хозяйствующим субъектом. И много, налоговый кодекс, много таких нюансов. Для этого мы родители, не знаем, как это правильно с законодательной точки зрения, но мы хотим быть услышанными, мы хотим высказаться, что нас не устраивает внизу, и то, что красиво написано, что не хватает, чтобы была инициативная группа в Верховной Раде и взяла это, откорректировала. Мы очень хотим. Пусть, может, сейчас такой период, когда, там, я не знаю, говорят популизма. Но, к сожалению, у нас в стране сейчас и поликлиники открываются, и школы открываются. Может, и родители будут услышаны. Очень хочется обратить внимание, проблема в Верховной Раде, проблема законодательная. Очень хочется, чтобы наши представители законодательной власти не занимались популизмом и не говорили, что они сейчас же тоже думают про парламентские выборы, что мы переживаем за будущее. Будущее – это образование, будущее – это дети. В первую очередь нужно начинать с реформы образования, а потом уже думать, нам некому будет просто работать. Уже некому. Уже студенты настолько... Эта тема острая, актуальная. Если вчера уезжали студенты-абитуриенты, сегодня уже 9 класс. Каждый родитель думает минимум затрат времени и своего семейного бюджета отправить своего ребенка. Может, сразу это он будет работать и получать образование, будь то Польша, Чехия, Словакия. Невозможность. Школа классическая наша, она теряет вообще свою самобытность. Многие переходят на дистанционное обучение. Частная школа стремительно развивается, это тоже, конечно, хорошо, но не у всех есть возможность финансовая. Вот мы как раз и хотим поговорить, почему не заработала система «Деньги ходят за ребенком». Декларировала реформа это. И в 2019 году должно было это заработать. Ну, я вот уверена, что год пролетит и не успеет и это заработать. Але ж, здається, про середню освіту щойно тільки внесені законопроекти, там реформи на початку, власне, її мова йшла про конкретну реалізацію тільки нової української школи на початкових етапах. Тобто це початкові класи. Середньої школи ще ж не торкалися, так? Я хочу додати, Єлена в такому короткому спічі указала столько проблем, которые, наверное, одного форума недостаточно, чтобы это обсудить. Но самое главное, что сегодня общество становится более активным и действительно не просто будучи сторонним наблюдателем, говорит, вот мы хотим, чтобы наши дети были хорошо образованными. А очень хорошо, что родители, вот как Елена, я помню имя, как родитель, у которого несколько детей, которая активно пытается влиять на улучшение качества образования. И этот форум тоже, это такая площадка, где мы
хотим обсудить, каким образование должно быть в будущем. Каким образование должно быть через 10 лет? Даже не каким образованием, что мы должны обсуждать, каким образование должно быть сейчас, чтобы воспитать человека будущего. Потому что никто не знает, какие специальности исчезнут через 10-15 лет. Вот мы перед, в начале телепрограммы говорили, что, ну, может быть, врачи останутся. А вы знаете, что уже доказано, что искусственный интеллект намного лучше диагностирует болезнь, чем врач-терапевт. То есть достаточно ему взять клинические показатели и сравнить там с большой базой данных. Меньше ошибок, и не факт, что такая специальность, как врач, останется. Ну, диагноз, принаймні, так. Ну, хотя бы диагноз. И я несколько лет назад своими глазами видел автомобиль, который двигается, ну, это был в тестовом режиме, двигается без водителя. То есть будут ли водители такси через несколько лет, или водители грузовиков, или водители комбайнов, подземки, метро, не факт. То есть понятно, что на человека будут другие функции возлагаться, более креативные, только то, с чем не сможет справиться робот и искусственный интеллект. И вопрос, чему учить наших детей сегодня? Потому что такое ощущение, что современная школа, дети – это рыбы, которые плавают в аквариуме, а современная школа пытается нафаршировать эту рыбу знаниями, которые устаревают. Сегодня часто дети могут ответить быстрее с помощью поисковых систем, и вони не знають. Так, це ж дивіться. От дивіться, насправді це є взагалі, як на мене, в принципі, одна з найбільших проблем, пов'язаних з освітою, це проблема непорозуміння поколінь, це по-перше, і відсутності комунікації, це по-друге. Бо коли батьки, які закінчили традиційну радянську школу, і вони нафаршировані були знаннями, там саме не могли, вже устаріли, вони вже устаріли, звісно ж, але вони просто в шоці, тому що дитина не читає, а дитині це не потрібно, тому що вона в будь-який момент може це відкрити і сказати, вона не знає того. Їй це не потрібно. Просто механічне якесь там запам'ятовування там певного набору знань не потрібне. З цим важко змиритися, це важко усвідомити. Я не знаю, власне, може навіть потрібна якусь освітню кампанію для батьків спочатку, так? Для того, щоб не так вже і боялися якихось цих змін. Во-первых, как издатель, я хочу сказать, что читать нужно обязательно, потому что уже доказано, что чтение развивает критическое мышление ребенка, помогает ему думать и познавать мир. Второе. Сегодня мы должны объяснять родителям, чему мы хотим научить детей, потому что сегодня важно уметь дискутировать, уметь отличать достоверную информацию, от недостоверной информации, уметь знать базовые вещи, чтобы с помощью этих базовых знаний получать новые знания, научить детей учиться, потому что я, допустим, по специальности физик, а в свое время переучился в другую специальность, а сейчас время настолько ускоряется, что по прогнозам люди будут работать в одной специальности ну, не больше 5 лет. Я хочу сказать, что вот я вот очень много общаюсь с европейцами, те, кто работают в образовательных системах. Вот недавно в Украине проходили дни финского образования, и я общался с коллегами, со своими коллегами. Они учат, ну, например, сегодня шестой язык. Говорю, зачем тебе нужно? Ты же спокойно общаешься на английском языке. Она говорит, ну как, мне ж нужно понять систему обучения в Италии. Для этого она изучает итальянский язык. То есть концепция учиться всю жизнь, это только, вот, только она уже зародилась давно. Нужно объяснить, для чего родителям нужно это. И второе, многие родители возмущаются, вот почему дети не зубрят что-то, или почему они выходят на улицу вместо того, чтобы сидеть за партой у доски. И им нужно объяснить, что если это урок природоведения, то лучше это познавать природу на улице. История, музей. Ты видишь, какой мир тебя окружает. И действительно, очень много нужно просвещать родителей. И одна из целей вот этот образовательный форум, который состоится в эту пятницу
в Харькове? Ну, мы родители, я хочу как раз добавить на эту тему, только за. Например, те, которые занимаются своими детьми, может их и меньше, конечно же, на сегодняшний день. Ну, жизнь такая тяжелая, зарабатывать надо деньги. Но те, которые действительно вникают в новые методики, они согласны. Проблема даже здесь не в родителях, а, наверное, в воле уже децентрализации здесь на месте, потому что и преподаватель хочет, и директор очень хотел бы. Ну, вот настроение такое, погода хорошая, взять детей, вывести, например. Не позволяют действительно вот эти вот бюрократические нормы, которые действуют очень долго и давно. Все приказы через РЭНО. Выйти за пределы через РЭНО. Повести какое-то мероприятие, сделать в стенах школы. Это тоже приказ. Это обязательно должно быть разрешение РЭНО. Вот и упирается все. И хотят вузы сотрудничать активно со школами. Тоже очень много препятствий таких вот пошаговых, что да лучше не надо, честно говоря, пока связываться простіше, с этими кабинетами. Так, да, так. Есть действительно очень такие сильные, замотивированные энтузиасты наши, это, например, тот же политех, они заключают меморандумы, там, Каразина тоже, они заключают меморандумы с школами, но это не массово, это исключение скорее, чем правило. И тому должна способствовать и городская власть. Они должны понимать, что если раньше за них это дело, ну, делали, получается, Министерство образования, и не могли они это делать, то сейчас у них появился этот инструмент, и мы очень хотим, чтобы на форуме нас видели как партнеров. Мы не просто критикуем, мы предлагаем, мы говорим, мы хотим, чтобы и горсовет, и облсовет, они сократили эти дистанции между школами и вузами, между родителями и детьми, и музеями. Действительно, это круто на истории. Вот, ну, как сказать, ну, понятно, программа есть программа. Вот чем хороша европейская школа, там преподавателю легче, он вольнее, он даже может руководствоваться погодными условиями, своим настроением. То есть, ну, программа, да. Но вот он увидел, что сейчас нужна какая-то практическая ситуация. Вот он говорит, ребята, отличный день, Елена, собрались и побежали. Елена хорошую мысль произнесла о том, о сокращении расстояний между навчальным закладом и местом, например, будущей работы. Вот у нас сейчас проблема в стране, что это действительно проблема. Около 80% детей, заканчивающих школу, получают высшее образование. А у меня много знакомых руководителей производственных предприятий, они криком кричат, нам не нужны экономисты, юристы, нам нужны... А потому что батьки вырешили, что так? А батьки вырешили, да. И я хочу сказать, что зарплаты у инженеров, у энергетиков, у механиков сейчас колоссальные, на порядок больше, чем у юристов. И никто об этом не знает. И второй момент о сокращении дистанции. Вот есть у нас профессиональные образовательные учреждения, ну, раньше называли ПТУ, так, техникумы. Они живут своей жизнью, учат детей одному, производство живет своей жизнью. И когда приходят выпускники с дипломом на предприятие, забудьте все, что вас учили, давайте заново учить. К нам в издательство приходят экономисты, и я понимаю, что они знают только базовые вещи, а какие-то статистические методы, которые нужны в работе, какие-то новые достижения в маркетинге, менеджменте, мало кто знает. Почему? Потому что у студентов очень мало часов стажировки. А я знаю, что в западных вузах и вот этих в средних образовательных учреждениях минимум 40-50% обучающего времени проходит на предприятии. А у нас практика, к сожалению, это такое, ну, Да, это по поводу дистанции. Сказать по поводу дуального образования, мы на форуме рассмотрим эту проблему. Есть у нас, например, Каразина. Нужно пояснить, что такое дуальное, да, образование. Дуальное образование – это как раз вот то непосредственный контакт работодателя со своим будущим работником, это со студентом. Но бизнесу на сегодняшний день абсолютно невыгодно заниматься это... неблагодарный, скажем так, труд, потому что он не защищен никак, он не мотивирован ни налоговыми скидками, ни со стороны юридической, скажем так. И в то же время он не защищен от того, что он выучит этого работника, он спокойно возьмет и уедет. То есть нет этих границ, которые бы давали гарантию одним и другим.
Вот как раз и будем говорить о вузах, которые на сегодняшний день пытаются работать в дуальном образовании. Нельзя как бы сказать, что это дуальное образование, но они непосредственно пытаются работать с бизнесом. Как это выходит у них, они расскажут на форуме, они я действительно практически добавить, покажут это. Добавить такие нюансы в европейском законодательстве. Любой работодатель обязан предоставить, во Франции, допустим, 150 часов, в Бельгии 100 часов, вот я недавно вернулся из Брюсселя, 100 учебных часов, которые должен оплачивать работодатель. Он выбирает курсы для работника, для любой специальности, и если работник не проучился необходимое количество часов, не прошел повышение квалификации, там жесткие штрафные налоговые санкции возникают на работодателя. Поэтому в Европе все учатся, потому что все уже понимают, что постоянно нужно повышать свою квалификацию, либо подстраиваться под изменчивый мир. Вот, кстати, вы говорили, сказали очень замечательно по поводу 5 лет. Действительно, что касается Германии, там вот 5 лет, и 5 лет это время оборудованию, 5 лет это время и методу обучения, 5 лет это любой программ, это максимум. И вот, если студент активно сотрудничает с бизнесменом, он обязательно должен свою методику внедрить вот сейчас, на сегодня, а лучше даже на завтра, но не на вчера. То есть это очень актуально, тогда он защитится, тогда он получит это образование. Но Европа сейчас, в первую очередь, вузы, наверное, они отходят уже в своей самобытности, потому что правильно, век электроники, век модернизации, робототехники, механики, электромеханики, все это дает специальность техникум, колледжей, то есть не нужно заканчивать и быть дипломированным магистром. Поэтому нет безработицы такой в Германии, они вовремя все ощутили, поняли, кто нужен на рынке, рабочие руки, электромеханики, которые в производстве быстро бы наладили производство. Це є відповідь на те питання, яке поставив на початку програми, власне, а навіщо? Так? Тому що в нас досить ганьба, якщо дитина не закінчила університет, а пішла там десь в професійний там, якийсь навчальний заклад, ну це не дуже добре, це не дуже добре, не успішна родина, це взагалі погано для дитини, хоча насправді може і ні, може дитина знайшла себе там, знайшла свій фах і знайшла свою долю. Я вам дуже дякую за те, що прийняли участь у нашій сьогоднішній програмі. Останнє питання, буквально 2 слова, ми сказали, коли це відбудеться, але не сказали де. 22 марта в Металлисте у нас заходите в центральный вход, и все наше. И первый этаж, и второй этаж, все залы, все 4 зоны, все наше. Пані Олена, пане Вікторе, дуже дякую за те, що були гостями нашої програми. Дякую, що дивилися нас сьогодні. На цьому все. До побачення.